скажите, в нашей стране огромное количество разведенных людей. Они имеют какие-то отношения между собой, но при этом церковь называет это блуд. Есть каноны церковные, которые устанавливают таинство брака через седьмое, одно из семи таинств, таинство венчания. И всякие отношения телесные между противоположными полами без венчания являются в той или иной степени формой блуда. Поэтому, конечно же, если вы хотите чистых отношений, богоугодных отношений, если вы хотите свой дом семейный строить правильно по законам Божиим, то, конечно же, надо венчаться, и тогда все будет по-божьему. Если же вы хотите жить в сарае, извините, не в красивом доме, а в сарае, ну, тут уже каждому хозяин-барин, что называется. Кто как хочет, так и живет.